Твери полным ходом идет капитальный ремонт многоквартирных жилых домов, в которых созданы спецсчета. Именно на них аккумулируются средства владельцев квартир, которые собираются на проведение работ. О том, какие плюсы это дает обитателям многоэтажек, вы узнаете из нашего следующего сюжета. Жители дома номер 27 по проспекту Чайковского давно страдают от холода и сырости. Особенно это касается обитателей угловых квартир. Каждая зима превращалась для них в самое настоящее испытание. Решить вопрос может утепление торцов здания, посоветовали людям специалисты. Мы хотели бы вот за счет капитального ремонта утеплить наши стены. Что можешь сказать о работе рабочих? Пока положительные отзывы, но зима нам покажет, как они сработали. А положительно, что вам нравится в их работе? Очень быстро ребята работают, качественно. Договор на проведение работ жители заключили с Центром организации капитального ремонта. Его офис располагается в самом центре Твери, на бульваре Радищева, 31. Сюда постоянно приходят представители многих домов областного центра. Здесь всегда подскажут, как лучше всего спланировать и провести утепление фасадов, отремонтировать крышу, трубы водоснабжения и канализации, каким образом заменить электрику в доме. Как, например, в этой пятиэтажке на Волоколамском проспекте. Это типичная сталинка, где давно проводка, проведенная в разные годы, сплелась в такой клубок, что ее можно и нужно менять. Благодаря Центру организации капремонта это делают профессиональные мастера. Уже обновлено освещение подвала и чердака. Во всех подъездах установлены светодиодные светильники с датчиками движения. Все работы удалось провести именно сейчас, благодаря спецсчету. На сегодняшний день собственники многоквартирных домов уже 5 лет накапливают деньги на капитальный ремонт. Но не все знают, что есть возможность перейти на специальный счет и капитальный ремонт уже получить сегодня. Не ждать годами, а самим принять решение в удобное время и привлечь подрядную организацию для выполнения капитального ремонта. Что касается многоэтажки на проспекте Чайковского, то тут завершается утепление и оштукатуривание одного фасада и уже завозятся стройматериалы для другого. Благодаря профессионализму подрядчика все работы будут закончены уже в сентябре, а значит, зимой жителям дома будет тепло.